Вот молодой перспективный Денис Велецкий. Это первый темп. Он представитель Харьковской школы волейбола «Локомотив Харьков». Никита Лобан. Это представитель Винницкой школы волейбола. Ну, ранний клуб был МХП Винница. Очень проявил себя лидерски даже по игре с нами на Кубке Украины, скажем так. Он практически в одиночку решил очень многие задачи по продвижению своего клуба дальше по турнирной сетке. И Евгений Политько, тоже представитель Винницы, наш полтавчанин, и очень давно за него боролись, и очень доволен тем, что полтавчанин вернулся на родину, к нам в Решетинку. Вот так.